черной вдове есть многоплановость, неоднозначность, внутренняя мотивация. У нее своя линия. Мне хочется раскрыть ее с самых разных сторон. Опять свои игрушки разбросали. И возможностей тут просто море. До счета я совершила много ошибок. Но хватит бегать от прошлого. Мало кто из актеров после работы над какой-то конкретной ролью в течение 10 лет вдруг получает шанс углубиться в нее, раскрыть своего героя на ином уровне. Придется вернуться туда, где все началось. Это тот фильм, о котором многие давно нас просили. Больше, чем о любом другом. Фильм о «Черной вдове». Думаю, у нас получится создать нечто, чему нет аналогов в киновселенной Марвел. Я хочу увидеть реальную черную вдову. Она не классический герой, ведь у нее темное прошлое. Потянула домой? Вдруг открываются такие ее грани, о которых мы и не подозревали. Мы не закончили одно дело. Одно я знаю точно. Компашка соберется еще та. Марвел представляет «Черная вдова».